Дорогие друзья, 147-я лекция продолжает знакомство с музыкой Рахманинова и этюды картины, которые мы рассмотрели в прошлой лекции 33-го опуса, они переходят в 39-й опус. Между этими двумя опусами шедевры позднего Рахманинова, конечно, слово «позднего» тут относительно, позднего русского периода Рахманинова. Это «Колокола» для хора, оркестра, на слова Эдгара По в переводе Бальмонта. Это «Всеночное бдение». Это «Гениальные романсы», опус 38, которые очень сложны по фортепианному аккомпанементу. Для этих романсов тексты предлагала Сергею Васильевичу Рахманинову Мариэтта Шагинян. Она писала ему письма, не подписывая. Вот. А он ее называл «Милая Ре», «Р» и «Э». И вот посвящал, например, первый романс посвящается «Ре». Мы видим не только какую-то вот мягкую иронию рахманиновскую, а мы видим еще и любовь к ноте «Ре», как бы это ни было банально. Шагинян жила почти до 100 лет. Она, я еще помню, как она по телевизору выступала на своем 90-летии, рассказывала о дружбе с Рахманиновым. Эти произведения гениальные, они как бы подготовили почву для последнего опуса этюдов картин, который, по-моему, представляет из себя некий уже совершенный и очень гармонично построенный цикл. Это не только сборник, где можно переставлять, убирать, менять местами этюды, картины, но это вещь, в которой каждая пьеса абсолютно на своем месте. Эти 9 пьес я бы назвал, так сказать, условно, картины уходящей Руси. 16-й год, полыхает война, убивают солдат, молодых людей. В феврале 17-го года состоится премьера. 9 этюдов картин Рахманинов играет в зале Дворянского собрания, по-моему, 7 февраля. И критик Энгель пишет о том, что над всем 39-м опусом как будто бы что-то нависло. Понятно, что предчувствие революции нависло. И все они, кроме последнего ре-мажорного в миноре, все 8, и только лишь в 5-м ми-бемоль-минорном в конце возникает мажор. Он как-то так пишет очень здорово, как будто бы над штормовым морем после грозы поднимается кроваво-красный багровый восход солнца. Что-то очень страшное. Вот. И, конечно же, Рахманинов предчувствовал то, что будет, то, что начинается, то, что уже абсолютно, так сказать, ясно было на улицах. У него взбунтовались крестьяне, которых он так любил. По-моему, он говорил, где-то писал, что я все гонорары от всех своих концертов вкладывал в сельскохозяйственные машины, чтобы у них больше было урожая, чтобы они были чище, какие-то благоустраивал деревни в Ивановке. И вдруг выясняется, что рояль скинут со второго этажа на землю. Какие-то очень неприятные вещи, о которых мы тоже не будем говорить, потому что каждый человек – это образ Божий и совершенство. А когда вдруг начинаются такие стадные инстинкты, то возникает вот нечто подобное, что было вот и здесь, и в частном, и в общем смысле. И вот эти таинственные 9 пьес, они выстраиваются в такую очень стройную схему. Ведь, вы знаете, есть такая форма общего порядка. Вот есть форма отдельных пьес, там трехчастная, пятичастная, сонатная, двухчастная. А когда 9 штук,
то надо смотреть, а вот как они все девять в единстве? Есть ли какая-то форма? И вот получается, что первые две – до минор, ля минор – это как бы главная партия. Вторые две – фа диез минор, си минор – как бы побочная. Затем идет пятый, такой грандиозный эпизод вместо разработки. Шестой и седьмой – тональности те же. Ля минор, до минор, только наоборот, реприза. Причем первый и второй быстро-медленный, шестой и седьмой тоже быстро-медленный. И восьмой и девятый – это побочные в репризе. Тоже. То есть как бы четыре пары. Первая, вторая, третья, четвертая, потом одна центральная, пятая и еще две пары. Вот. И можно это все обосновывать, потому что первый доминорный, начинающийся в фа-миноре, он заканчивается... И вот это до, эта нота до, она не присутствует в последнем аккорде там, но ее можно тихонечко взять и начать без перерыва второй. И в первом, и во втором диез ира используется. Диез ира. Затем третий и четвертый. Третий. Заканчивается. На трезвучие. И начинается трезвучие, и оно модулирует в начало четвертого. Тоже связка. Тональное родство. Фа диез минор, си минор. Вот. Пятый особняком. Дальше. Шестой. Красная шапочка. Заканчивается. И вот после этого ля минорного последнего аккорда начинается первый аккорд седьмого. Тоже гармонический переход. И последние две, они одноименно, ре минор, ре мажор, одноименный минор, мажор. И тут очень важно, что ритм третьего в медленном темпе повторяется в восьмом. Вот. Не знаю, сознательно ли все это было. Некоторые говорят, что ре-минорный этюд был написан раньше, в 11-м году, не знаю, 8-й. Почему, откуда эти сведения. Вот в любом случае очень большая стройность этого опуса. И вот как раз про этот опус Рахманинов пишет Респике в своем письме. Там один этюд из пяти, только из 33-го опуса, «Ярмарка», ми-бемоль-мажорный. А остальные этюды, два ля-минорных хотел Респиге инструментовать, и инструментовал блистательно. Про первый он говорит, это «Море и чайки». И приводит пример диез ира, «Море и чайки». Про второй ля-минорный, «Красная шапочка» и «Волк». Вот. И про ре-мажорный, последний, он говорит, что это восточный марш, и характер этого этюда близок к ярмарке. Вот. И очень интересно, он, Рахманинов, говорит дальше. Про доминорный этюд, опус 39, номер 7, надо поговорить подробнее. И тут он пишет сначала марш, потом хор, потом дождик в разделе 16, потом переход в ми-бемоль минор и колокола. А после колоколов опять марш. Вот и все. А о чем? Где образ-то? Красная шапочка, море и чайки. Кто умер-то? Почему я говорю, кто умер? Марш. Почему хор? Называют панихида.
когда играл у Ирины Ивановны Наумовой в училище студент Павел Ханзинский, сейчас протоиерей, и я говорил: «Ирина Ивановна, я слушал эту музыку замечательную, в его замечательном исполнении, и говорил: Ирина Ивановна, а почему панихида?» Она говорит: «Вот Павлик играет панихиду». А я говорю: «А почему?» Так называл эту картину Генрих Густавович Нейгаус, мой профессор. Вот. И я долгое время не мог понять, а почему панихида, по кому панихида? И вот давайте по порядку разберем все эти 9 этюдов картин и попробуем понять, в чем тут картинность. Вот первый, доминорный, с которого все начинается, страшный. Вот. Мы видим какие-то валы громадных каких-то масс, которые речных, морских, океанских, которые обрушиваются на нас. В середине вдруг свет солнечный сквозь волны. Какой-то шторм. Я думаю, что это 9-й вал. Картина Айвазовского. Что такое 9-й вал? Знаменитейшая картина в Русском музее она. Знаменитейший пейзажист, маринист Айвазовский писал постоянно море. Друзья, море – это образ нашей жизни. Житейское море, которое мы переходим, переплываем в течение всей нашей жизни от одного берега нашего рождения к другому берегу, к нашей смерти. Вот это все житейское море, и море, оно иногда тихое, а иногда очень даже бурное, как это было вот в 16-17 годах, когда эта музыка писалась. И сколько у Шопена в кодах баллад. Узнаете коду 4-й баллады? Вот в коде 4-й баллады очень похожее настроение, смятение, бури, крушение, катастрофы. Когда я открываю в интернете 9-й вал Айвазовского, почему-то вылезают 2 картины, а не одна. Какая-то там история с названиями. Ну, это он очень часто называл картины одним и тем же названием, писал 2 разные, повторял одну и ту же. Он мог написать за несколько часов огромный пейзаж маслом. У него была невероятная продуктивность у Айвазовского. Вот на одной из 2 этих картин, которые называются «9-й вал», изображен погибающий корабль. И вот прямо вот эта громадная волна, она его через секунду должна уже накрыть. Она уже прямо над ним вот нависла. Схвачен момент, который даже кинокамерой не схватишь при всем желании. И люди, которые на этом корабле, они уже давно спустили все паруса, потому что, как известно, когда ветер и шторм, паруса мешают. И эта мачта, она в виде креста.
православного креста. То есть крест, он помогает переплыть это страшное море. И в сущности, вот этот девятый вал, в сущности, это вот то, что было в нашем мире тогда. Хотя Айвазовский писал картину в 1851 году. Вот. И все равно тогда тоже были революции, и тоже всегда это было. Здесь у Рахманинова есть в первых тактах... В первых тактах этого этюда картины есть, конечно же, тема креста. В обращении тема баховская, баховской фуги, вот, или БАЦХ. А не раз говорили мы о том, что это конспект начала второго концерта. Эти аккорды, о которых Танеев сказал, что это Россия. Вижу всю Россию, которая широко поднимается в этих колокольных аккордах. Как-то так он сказал. И вот она вздыбилась на дыбы. Все встало, все мечется, все страдает, все, вся пена, вся муть поднялась со дна. И вот мы прямо видим, как эти какие-то, знаете, вот... подводные какие-то, есть страшные какие-то рыбы, морские дьяволы, да, вот это вот. Скерцанда, злое скерца. Мы видим прямо страшное, какой-то батискаф спускается на дно, стукается об это дно, и эта самая муть пошла туда-то. Диэс ира, диэс ила. Какая-то безудержная скачка в этом во всем. И вот когда это все пришло к своему страшному окончанию, вот тут, видите, это до, оно уже может быть беззвучно взято, и даже обертоны создадут, если мы даже вообще не будем брать. Вот оно. Второе. Море и чайки. Два слова. Три слова. Море и чайки. Какая картина? Какой сюжет? Я искал какие-то картины. Какой-то был художник, тоже маринист, но не Айвазовский. Может быть, Боголюбов, у которого есть картина, которая так называется «Море и чайки». Но море спокойное. Вот. А у Фета, Афанасия Фета, поэта великого русского, есть стихотворение, которое называется «Море и чайки». Оно начинается так. «И небо, и вода, до сумерек далеко». И дальше в этом стихотворении Фет говорит о том, как это спокойное море, неподвижное, но над ним кружатся чайки. И вот в этом зловещем голосе чаек есть предчувствие ночной страшной катастрофы, которая разразится ночью, а утром выкинет на сушу это страшное, бушевавшее всю ночь море, выкинет обломки корабля погибшего, который потерпел крушение. И вот это тоже пророческое стихотворение Фета. Вообще Фет – удивительный поэт, конечно. Как-то немножко недооцененный, вот как-то односторонне понимаемый, как певец природы, как лирика, как чистое искусство. Там много еще другого. И вот эти образы я как бы нашел, но они могут быть и теми, и другими. Одним словом, вот это вот страшные крики чаек,
которые мы уже слышали в этюде картине «Опус 33, номер 6», здесь они тоже есть.
опус 39, номер 2, ля минор. Посмотрите, какое чистое, прозрачное трезвучие. Как уже 20 век в этом трезвучии. Никто, ни Чайковский, ни Шопен не могли так завершить. У Прокофьева это есть, в «Ромео и Джульетте». Связь Прокофьева с Рахманиновым. Следующая большая наша тема – это Прокофьев. И мало кто говорил о том, что они очень связаны. Первым стал Рихтер об этом говорить. Ни Рахманинов, ни Прокофьев сам, ни Шостакович, никто не обращал внимания на эту связь. И мы только теперь понимаем, насколько близок поздний, особенно Прокофьев, Рахманинову. Да и Шостакович тоже. Это уже мы далеко очень углубились. Вот это вот невероятная статичность. Самое, наверное, статичное сочинение Рахманинова. Есть у него еще «Остров мертвых». Такая симфоническая поэма на 5/8. Размер пятерки. 3+2. Жизнь плюс смерть. Два мира. Но вот какая-то мертвенность такая, вот эта этюда картины, явно напоминает «Остров мертвых». Все замерло. Штиль полный. Море, как зеркало. Я поражался, когда вот юноша взял эту вещь. Где же Рахманинов – это буря, Рахманинов – это страсть, Рахманинов – это ноты, это фактура. Какая, как в первой симфонии почти, аскетичность здесь. Ну, возьмите медленную часть первой симфонии Рахманинова. Вот какая-то вот такая же скупость, какая-то одна чайка стонет на этом фа перед репризой. Идея с Ира над всем. Вот. А мелодии нет. Вообще в этом опусе 39-м есть две всего мелодии. В пятой и в седьмой. Первая мелодия появится длинная в пятом этюде картине. И вот эти вот всхлипывания, как говорил Генрих Крашенников, ну, деточка, всхлипни. Эти вот морденты, которые надо играть просто как-то, знаете, болезненно, слезно. Вот. И эти наслаивающиеся крики чаек. Страшные эти крики. Вот. Удивительно. Если вдуматься, то это открытие Рахманиновым нового стиля. Третий этюд картина – это новая пара. Третий плюс четвертый. Давайте прервемся и разберем дальнейшие этюды картины, третью, четвертую, в следующей лекции. Спасибо, дорогие друзья. На сегодня достаточно. Всего доброго.